Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт «Три желания». Мак и изюм залью крутым кипятком. Накрою блюдцем и оставлю на 15 минут. Изюм откину на дуршлаг. Просушу бумажными полотенцами. Нарежу мелкими кусочками. Яйцо комнатной температуры соединю с сахаром, ванильным сахаром и собью в пышную светлую массу. Добавлю сметану и хорошо смешаю. Муку соединю с разрыхлителем и содой. Соединю обе смеси. В завершение добавлю нарезанный изюм. Дно разъемной формы диаметром 20 см выстелю бумагой для выпечки. Бортики смазывать не надо. В разогретую до 170 градусов духовку ставлю форму на средний уровень и выпекаю 25 минут. Оставлю корж на 15 минут, затем извлеку из формы и полностью остужу на решетке. Аналогично испеку еще два коржа. Вместо изюма в один добавлю измельченные орехи, а во второй отжатый от воды мак. У остывших коржей подровняю верхушки. Для крема охлажденную сметану соединю с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Собью в пышную массу. Соберу торт. Сверху торт смажу кремом, а бока обсыплю крошками. Торт поставлю в холодильник на 3-4 часа. Для декора сахар соединю с водой, поставлю на огонь и проварю, не перемешивая, пока смесь не приобретет легкий карамельный оттенок. На секунду окуну в миску с холодной водой. И на бумаге для выпечки сформирую декоративные элементы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».